Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Славься, Отечество, наше свободное, братский народов союз вековой, предками данная мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся. И улыбнись судьбе за то, что жизнь бурлит и пламенем искрится. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые участники и, конечно же, гости нашего районного фестиваля молодого избирателя под названием «Время выбирать». Сегодня фестиваль принимает... Сепсис, добрый день, юные избиратели, члены жюри, педагоги. Сегодня впервые в Кингисеппском районе проходит такой фестиваль, подводится чердак нашего конкурса, и это 11 раз в Ленинградской области. Дан хороший старт, я думаю, что вот очередь дошла до Кингисеппского района. Это интересное мероприятие, тем более в канун таких очень серьезных, важных выборов в нашей стране, а важнее выборов не бывает, чем выбор президента района. Задора, стремление победить, быть лучшими и, конечно, своим примером, подать пример своим близким, родственникам, когда мы пойдем 18 марта голосовать за президента Российской Федерации. Я хочу в первую очередь поблагодарить педагогов, которые вдохновили сегодня ребят на вот такие, скажем так, подвиги и поступки в плане участия в этом конкурсе, потому что всегда... Это определенный стресс, определенная дерзость должна быть для того, чтобы выйти на сцену и выступить. Успехов в сегодняшнем празднике, в сегодняшнем фестивале. Вы сегодня с шутками, с юмором будете говорить об очень серьезном и ответственном деле, о выборах. Гражданство – это такое явление, которое характеризуется взаимными обязанностями государства и самого человека, самого гражданина. У государства есть обязанности и права по отношению к вам, и у вас тоже появляются вот эти вот обязанности и права. И одно из важнейших прав гражданин – это право на участие в управлении государством. Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. С сегодняшнего дня, после того, как будет опубликовано это решение, начнутся все официальные процедуры, которые связаны со сбором подписей, выдвижением кандидатов. И вы, уважаемые ребята, уважаемые дорогие мои друзья, сможете в этом активно участвовать, видеть, это все будет происходить на ваших глазах, такое важнейшее политическое событие. Успехов! Дорогие друзья, сегодня вы станете свидетелями одного из очень важных событий наших юных кингисеппцев, которые достигли возраста 14 лет, и они получат свой паспорт. Священная наша держава, Россия любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Славься, Отечество! Не знали наши папы, что дети не простые, у них все не растут, что пары любви к детям, ни кепки, ни шляпы, фуражки капитанов им очень подарили. Капитаны! Ну что, ребята, какие новости в школе? Отличная новость! У нас команде пополнение! Это самый клёвый ученик в нашей школе! Кто? Никита Шкальников!
Ленинградского района. Лига справедливости! Под крыло нашей партии собрались все лучшие умы России. У нас много энергии и идей, которые мы хотим воплотить в жизнь. Мы хотим жить в процветающей стране. Мы хотим чистого неба над головой. Мы хотим, чтобы смеялись дети. Мы верим в справедливость на планете. Мы – светлое будущее нашей страны. Давайте построим его вместе. Вас приветствует команда «Избиратели 2020». Мы умные и энергичные. Талантливые и симпатичные. Находчивые и веселые. Команда из первой школы. Даешь право голоса с 16 лет. В 2020-м пусть знают люди. На выборах мы тоже участвовать будем. Но и сейчас наша роль важна. Есть право голоса, слушать страна. Как понять, что скоро пройдут выборы? Очень просто, для этого существуют народные приметы. Если во дворе начали монтировать детские площадки, если объявили о увеличении зарплаты бюджетникам, если с рекламных носителей города вам улыбаются незнакомые лица, если с экранов телевизоров вам признаются в любви депутаты, будьте уверены, скоро выборы. Говорят, на выборах все решают бабки, правда? Ну, конечно же, весь как правило, только они на выборы ходят. Как же привлечь молодежь на выборы? Очень легко. В день выборов в городе отключить интернет, а на избирательных участках включить Wi-Fi. Выборы — это лотерея, которую всегда проигрывает народ. Ой, и не говорите, сплошная нестабильность. То одни депутаты, то другие. Твой голос важен. А теперь представьте один день из жизни школьника. Все, наверное, классно, часов будет жарко. Лика, ты что застыла? Да, она все не прикидывается. Думаю, факт будет пишется. Так, ребята, тихо-тихо, погода идет. Алло, я занята. Так, тишина! Тишина должна быть на уроке. Опытные, фу, подопытные вы мои. Ну, кто мне скажет, по какому поводу мы кучкуемся у кабинета? Ну мы это... Руку! Руку поднимать надо! Бесправные вы мои. А что бесправные-то? Справали мы. Мы вообще так граждане Российской Федерации, ага. Дай-ка я посмотрю. На выборы президента мы тоже пойдем. Ну, кто еще похвастаться хочет? Итак, распорядок дня на сегодня. Ты, блондинка потлатая, пошла и мог в пучок собрать. Узельман, пойди провод возьми, оголенный, и подержи-ка секундочку. И побудут не в этом хаотичном состоянии. Дарина, существо, даже трогать тебя жалко. Посмотрите-ка на него. 5 раз раскатал, закатал свои штаны. Надоело мне на это смотреть жалкую пародию аристократизма. Но на самом деле, в нашей школе, как и в любой как целой стране, хорошие учителя, сознательные ученики, и нам нравится учиться, выдвигать свои идеи. И к нашим голосам в школе прислушиваются. Мне нравится, что вы сегодня здесь. Мне нравится, что я сегодня с вами. Что список кандидатов у нас есть, и мы определились с ними сами. Мне нравится, что будем выбирать, голосовать, а не играть словами. Судьбу страны нам выпало решать. Повестка дня у нас такая с вами. Горь ты, Русь моя родная, поднимайся выбирать.
ни одна страна другая нам не сможет помешать. Если крикнет рать чужая, кинь ты, Русь, не голосуй. Я скажу, страна родная, на участке маршируй. Еще ты дремлешь, друг любезный, тот день настал, пора проснись. Открой сомкнутые негде взоры, я обращаюсь к вам, мажоры, скорее на выборы явись. Не будь равнодушным проблемам страны, доказывать надо делами. Ведь вам же права для того и даны, чтоб выбор вы сделали сами. Я личность, а значит, я имею свою систему ценностей. Я часть общества, а значит, у меня есть свои права и обязанности. Я патриот, а значит, мне не безразлична судьба моей страны. Команда рабочая, молодежь. Они любят свою страну и уважают ее законы. Они знают, что выборы не важны. Это утро к нам, избирателям, спускается Бог выборов и обеспечивает явку. Ой, молодец, внучка, на выборы побежала. Но не буду отвлекать, беги. Пойду к бабушке скажу. Встань и иди! Чего? Встань и иди! Слышу глаз Божий! Я звоню комиссию. Это выше моих сил. Приезжайте, пожалуйста, по адресу. Запись! Опустите имя, ты! Встань и иди, сын мой! Да ты встань и иди! Да ты встань и иди! Да ты говорю, встал, пошел на выборы, быстро! Депутат. Я не ел 3 дня и 4 ночи. Подайте голосочек, кто может, пожалуйста, мне много не надо. Христа ради. Что мелок не весил, голову повесил? Потому что выборы – это не рынок, и голоса на выборах не покупаются и не продаются. Выборы – это честное голосование. Но если серьезно, то многие из нас обвиняют во всем, всех и вся. Обсуждать о демократии и власти народа, а сами не хотят идти на выборы. А ведь только выборы являются высшим непосредственным выражением власти народа. Ходить на выборы – это значит уважать свою страну. Пойти на выборы – это значит не быть равнодушным к своей судьбе. Будущее наших детей – это мы. Будущее наших близких – это мы. Это мы. Yeah.
хожу на выборы, потому что мне не безразлично будущее моей страны. Я буду голосовать на выборах, потому что я голосую за справедливость. Оставаться таким можно одно лишь понять, что ни минуты нельзя нам терять. Давай скорее немного мы с тобою успеем. Мы давно уже не дети, и за этот мир ответ. Инженер и математик нас с тобой намного хватит. И гены, и пилот, мы твори, пока ты молод. Вы хотите жить в хорошей стране? Вы хотите сделать свое будущее лучше? Хотите, чтобы у вас было все прекрасно, у ваших детей, у ваших родителей? Вообще во всем? Да! О, красавчик, я обожаю вас, спасибо. Если же вы хотите жить в хорошей стране, иметь лучшее будущее для вас же самих, для ваших детей, вы должны сделать свой выбор. Это была Лига Справедливости. Спасибо. В нашей школьной жизни все как во взрослой. И на экзаменах мы тоже делаем важный выбор, от которого зависит наша дальнейшая судьба. Вот так вот проходит заседание правительства. Привет, дураки. А что сразу дураки? Катанкин из 10. Здравствуйте, Владимир Владиславович. Привет, дураки. А что сразу дуб? Владимир Владиславович, я должен протирать. Доска чистая. Тема сегодняшнего урока «Мусульман». Писали? Тема сегодняшнего урока «Мусульман». Ты почему тему не записываешь? А чем это? У меня к вам две новости. Одна хорошая, вторая в четверг. А что в четверг? Идем в музей. Когда? В пятницу. А плохая? В четверг не идем. Что? В пятницу-то идем. Последняя новость на сегодня. У нашего поляка Павлова сегодня день рождения. И все ребята принесли тебе в подарок морепродукты. Держи, Крава. Спасибо. Что снилось? Какая-то металлатура, выхухоль, дай краба. Что вы там бормочете? Говорю, металлатура, выхухоль, держи краба. То, как проходят выборы в нашей школе. Как говорится, если хочешь изменить мир, начни с себя. В некотором царстве, в некотором государстве жили-были... Нет, настоящие сказки начинаются так. Если вы отдадите за меня свой голос на выборах... Да что вы! Что вы мне тут свои сказки рассказываете? Что вы, какие сказки? Это не сказки! Сказки начинаются как-то так. Веселье! Выборы! Приглашение пришло! Выборы, сынок, важны! Такого мне надо! Лучше
и спор. А выборах дальше ведем разговор. Здравствуйте. Как вы думаете, каковы ваши шансы на выборы? Одну секундочку. У меня у моего секретаря есть прогноз. Ой, это как хорошо-то. В эфире прогноз погоды. В Москве минус 2, в Ленинграде минус 7. Ах, если бы. А на выборах сегодня жарко. Над нами солнце светит, не жизнь, а благодать. Те, кто за нас в ответе, мы будем выбирать. Те, кто за нас в ответе, мы будем выбирать. Они должны страной разумно управлять. Выборы в стране – особый день. Все ждут голосования и результата. На лица многие легла досада день. Ну кто же? Кто же станет депутатом? Избирком? Электрорад, урна, паспорт, кандидат, бюллетени, депутат, избирательный мандат, наблюдатель, протокол, округ, дума. Я прошел! Ведь многое в жизни зависит от нас. Давайте всех вместе России поможем, чтоб жизнь наша лучше была, чем сейчас. О грядущих событиях нашей страны материал корреспондентов программы «Время». В марте 2018 года пройдут выборы президента Российской Федерации, одно из главнейших событий предстоящего года. И мы решили узнать у разных возрастных категорий населения, что для них значит выбор. Посредством выборов формируются различные органы власти. Именно через выборы граждане реализуют свое право на управление делами государства. Команда «Посполитая рабочая молодежь» решила выяснить, а что выбираете вы? Я выбираю свежесваренный кофе по утрам. А я выбираю политику. Я выбираю спорт. Я выбираю любовь. Я выбираю семью. Я выбираю детский скет. Я выбираю жизнь. Мы выбираем здоровье и мир во всем мире. А я выбираю... Выбор важен. А я выбираю 18 марта президента нашей страны. Мы выбираем будущее! Вы все замечательные, вы все молодцы, вы все лучшие.
лучше. Я видела те глаза, которые смотрят на меня. Я понимала, что это одухотворенные, талантливые дети. Действительно, будущее нашей страны. Те люди, которые понимают, насколько важен голос каждого человека. Очень серьезно действительно вложились в этот конкурс, в свою работу, в подготовку, отрепетировали, пропустили, что называется, через себя все свои задания, все свои слова, эти мысли, отнеслись с полным сердцем, с полной отдачей к этим конкурсным заданиям. Я повторю еще раз то, что говорил в вступительном слове в приветствии. Вы молодцы, вы все победители. Ваши результаты, ваши выступления это подтвердили. Огромное вам спасибо. Огромное спасибо Елене Владимировне Колмогоровой, председателю территориальной избирательной комиссии, которая организовала праздник. Очень тяжело было оценивать, потому что талант, знания, умения, все было налицо. Мнение жюри достаточно компетентно, но на самом деле второе и третье место, у них был разрыв 0,5 балла. Оценивалась яркость выступления и неординарность, скажем так, подхода к теме выборов. Хочется сказать, что это наш первый, скажем так, фестиваль, это наш пробный шар, это наш опыт, первый опыт, потому что во всей Ленинградской области фестиваль молодых избирателей проходит уже 11 лет. И участвуют команды всех 18 районов Ленинградской области. И на этих фестивалях абсолютно разнообразные позиции по поводу выборов. Кто-то их преподносит весело и с улыбкой, как заядлые КВНщики, кто-то очень серьезно. А на что вы хотите обратить внимание нашей молодежи? Ну, здесь, как вам сказать, Конституция Российской Федерации она предусматривает право каждого гражданина России на участие в осуществлении управления государством, обществом. Ну и основа всего этого процесса, этого права на управление обществом, это голосование. Право избирать своих руководителей, избирать депутатов, высшее должностное лицо региона или высшее должностное лицо всей страны. Они должны понимать, что через несколько лет, когда они приобретут избирательные права, когда им исполнится 18 лет, они уже получат исключительное такое важное право, которое им позволит влиять на судьбу собственной страны. Мы можем наблюдать, что такая форма, скажем так, информирования избирателей, информирования молодых избирателей, она приобретает определенную популярность, с каждым годом это все становится интереснее, интереснее, живее. Буквально вот третий год подряд участвую на областном уровне. Главное, чтобы участвовать в фестивале, а не потом не забывали участвовать в выборах. Мы на это очень сильно рассчитываем.